Сегодня состоялась рабочая видеоконференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались различные проекты, реализуемые на территории региона, а также вопрос помощи мобилизованным сибирякам и их семьям. Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах. Все параметры весьма достойные, удовлетворительные. На что вы сами хотели бы обратить внимание, Андрей Александрович? Владимир Владимирович, вы правильно отметили, что по многим показателям мы впереди многих регионов. В течение последних 5 лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития. И по основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в 2 и более раза. Ну так вот, экономика нашей области по ВРП за 5 лет без учета инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним %. Рост промышленного производства за этот период составил, опять же, в сопоставимых ценах 122,8%.